Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в видеообзоре бытовой набор инструмента, то есть бытового класса от компании Intertool ET6082SP. Отличается, у Intertool есть модель такая же, только ET6082 в черном кейсе с красными трещотками. Это набор будет Тайвань, профессиональная серия. ET6082SP, который у нас сегодня в видеообзоре, это полупрофессиональная серия, но больше можно отнести это к бытовому классу. То есть набор применяется для гаража, для ремонта собственного автомобиля. Не используется на СТО, предприятиях. То есть это бытовой класс. То есть такая вот, вот недорогая серия инструмента. Что указывает производитель важного на упаковке? Это, видите, полупрофессиональная серия пишет. ЦРВ – это хром-ванадиевая сталь, материал затопления. Два рабочих квадрата, 1/2, 1/4, 82 предмета. Набор изготавливается в Китае, то есть это китайский. Фирма Intertool харьковская, но завод находится в Китае. Начнем с трещоток. Две трещотки по два рабочих квадрата, 1/4 и 1/2 дюйма. Трещотки на 72 зуба. Реверс. Право-влево переключение. Есть быстрый сброс, фиксация головки на трещотке. Длина трещотки под 1/2 дюйма 255 мм. Рукоятка здесь комбинированная, резина-пластик. Зеленые вставки – это пластик, черная – резина. Надписи на инструменте. Хром-ванадий, хром-ванадиевая сталь. Трещотка разборная, можно обслужить внутри. 1/4 дюйма, также комбинированная рукоятка, реверс, быстрый сброс, также трещотка разборная на 72 зуба. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка здесь пластиковая, есть присоединительный квадрат, вы можете подсоединить сюда или трещотку, или вороток, для того, чтобы что-то сорвать. Применять можно с битами, такие идут биты с переходником, то есть получаем отвертку таким образом, дальше биты я вам покажу, или с головками под 1/4 дюйма. Ну и также использовать можно удлинитель добавлять, это уже в зависимости от работы. Так, Т-образный вороток под 1/2 дюйма, длина 250 мм. Если снимем адаптер, получаем удлинитель 250 мм. То есть 2 в 1. Адаптер вы можете использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. Еще один Т-образный вороток под 1/4, под маленький квадрат. Длина 11 см. Удлинитель гибкий для труднодоступных мест. Квадрат 1/4. Длина 150 мм. Еще два удлинителя под 1/4. Это 50 мм маленький и 100 мм. То есть под 1/4 дюйма имеем три удлинителя. Это гибкий 150, 100 мм и 50. Под 1/2 дюйма 250 мм удлинитель показывал, еще есть 125. Надписи на инструменте хром-ванадий. Производитель указывает, что это хром-ванадиевая сталь. Два кардана под 1/2 и под 1/4. Карданы здесь скреплены металлическими вставками, они не разборные. Теперь биты. У нас биты есть под 1/2 дюйма, то есть переходник 1/2 дюйма. Вот такой вот есть адаптер. С этим переходником используются биты, вот, которые идут у нас в таких вот битодержателях. Общее количество этих бит здесь 12 штук. То есть убираете биту нужную, вставляете в адаптер и далее подсоединяете, допустим, вороток. Очень удобно, не вынимается из набора, можно использовать даже
отдельно. Здесь у нас профили шестигранные, шлицевые, крестовые и торкс. И биты под 1/4 дюйма, сам переходник, они уже идут вместе с адаптером. Общее количество их 17 штук. Шлицевые, биты торкс, крестовые и шестигранные. Ну или трещотку, или отверточный вороток есть. Биты подписаны по размерам и ячейкам, в которых они находятся. Далее, две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют головки резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. И теперь головки. В наборе профиль шестигранный, головки есть под 1/2 дюйма ряд и под 1/4. Головок длинных и головок торкс в наборе нет. Это нужно будет докупить отдельно, если они вам понадобятся. Под 1/4 дюйма у нас 13 головок, под 1/2 дюйма 12 головок. 1/4, самая маленькая головка у нас 4 мм, самая большая на 14 мм. Под 1/2 дюйма, самая маленькая на 14 мм, также две головки на 14 получаем. И самая большая на 32. Вес головки 32 мм, составляет 207 грамм. Надписи здесь хром ванадий, 32 мм. Покрытие матовое, головка полностью гладкая. Единственное, вот видите, такая вот насечка идет посередине. Верхней крышки удлинитель показывал, кардан. Осталось ключи, ключи комбинированные, общее количество 9 штук. По размерам 8, 10, 11, 12, далее 13, 14, 17 и 19, 22. Ключи хорошо отполированные, но несмотря на ценовую политику и то, что набор у нас бытового класса, инструмент выглядит достойно, то есть все отполировано, нету следов от литья. Ну и если материал хром-ванадиевая сталь, то это вообще отлично. Вот такой ключ, видите, хром-ванадий написано, 19 мм, комбинированный. По инструменту все. Теперь кейс. Кейс у нас светло-зеленого цвета. Посредине зависа нету, здесь цельнолитой он идет. Плюс его в том, что металлические замки. То есть не во всем бытовом инструменте такого класса встречаются вот металлические защелки. Здесь они присутствуют. Вот, легко закрывается все. Видите, тут такой вот рисунок на кейсе идет сверху, пластик здесь мягкий идет. То есть он не жесткий, а довольно-таки мягкий. Вот такой вот набор инструментов. Рекомендуем к покупке, если кому нужен недорогой инструмент с высоким довольно качеством, как для бытового инструмента, можно так выразиться, то, конечно, рекомендуем этот набор 82 предмета от компании Intertool. Теперь по кейсу, по размерам. Вес набора 5,8 кг составляет. Ширина кейса 39 см. Длина с рукояткой 29, высота 8 см. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. Получайте скидки в нашем интернет-магазине. Оставляйте комментарии. Спасибо, до свидания.